Инвестировать в жилую недвижимость с целью последующей перепродажи квартиры в нынешних условиях становится невыгодно. Поэтому инвесторы переключаются на аренду жилья. Застройщики, подхватив тенденции рынка, спешат предложить новые программы. Так, сразу несколько строительных компаний выводят проекты апарт-отелей, ориентированные на клиента рантье. Этот формат в будущем будет востребован, уверены специалисты. В первую очередь из-за того, что рынок аренды жилья полулегален. Отношения между арендаторами и владельцами недвижимости порой никак не оформлены официально. Апарт-отели предлагают понятные и прозрачные условия. Ты получаешь жилье, в котором можешь жить годами, даже десятилетиями. Это фактически твоя квартира или почти твоя квартира, в которой ты живешь. Ну, если вспомнить там будущее там 100 лет, 150 лет, ведь весь город жил практически в съемных квартирах. Причем жил десятилетиями, жил из поколения в поколение в одной и той же квартире. Ну, с какой-то поправкой это и можно рассматривать как апарт-отели. В съемных квартирах сегодня живет около 5% населения Петербурга. В аренду сдается примерно 300 тысяч квартир. Это 15% от всего жилого фонда. Правда, такой вид аренды обойдется несколько дороже. Придется платить за дополнительные сервисы. Так, управляющие компании могут предоставлять услуги по уборке квартиры, доставке продуктов питания, а также парковочные места в самом комплексе. Цены, конечно, выше, потому что сегодняшние апарт-отели, они предлагают высокий уровень обслуживания. За это надо платить. Кроме того, специалисты не исключают, что апарт-отели могут незначительно, но перетянуть на себя покупательский спрос на первичном рынке. Вместо дорогого, но собственного жилья кто-то предпочитает снимать апартаменты. При этом появляется мобильность без привязки к определенному месту жительства. Так как мы в какой-то мере ориентируемся на Западную Европу, то в Европе, в Америке один из факторов – это есть мобильность рабочей силы, когда люди не обременяют себя покупкой недвижимости, а снимают квартиры. И в связи с этим могут более быстро менять как работу, так и в жилплощадь. Эксперты отмечают, едва ли развитие сегмента апарт-отелей примет широкий размах. Тем не менее, спрос на такой вид использования недвижимости будет всегда. И предложения на этом рынке будут только увеличиваться. Инвесторы, переключившиеся именно на аренду, до сих пор в случае сдачи квартиры в наем самостоятельно не искали арендаторов, а пользовались услугами агентств. Поэтому новый продукт, где недвижимость и услуги по ее управлению в одной упаковке, для них весьма привлекателен. Наталья Бабенко, Дмитрий Маклаков, ПНТВ.